Здравствуйте! Хочу поделиться с вами своей идеей. Идеей развить акцию, которую прошу вас поддержать и распространять повсеместно. Если вы учитель, состоите в родительском комитете или у вас есть иная возможность, пожалуйста, донесите эту идею до детей. Идея достаточно проста и тем более актуальна в связи с началом учебного года. Акция направлена на безопасность детей на дорогах и касается практически каждого гражданина. Осенью световой день значительно уменьшается, и в этом кроется самая большая опасность для детей, спешащих в школу рано утром, и из школы после второй смены. Ранним утром еще недостаточно светло, трафик повышен, школьная форма, как и осенняя верхняя одежда, не отличается яркими красками и цветами, и поэтому маленький пешеход может быть просто незаметен в потоке машин. Многие водители еще не успели достаточно проснуться, да и осенью мы часто чувствуем общую вялость и усталость, не способствующую увеличению внимательности. Также складываются ситуации и вечерние сумерки. Сказывается усталость после трудового дня, все спешат домой и уже тяжело сосредоточиться на деталях. Вся информация, которую вам необходимо донести до маленьких пешеходов, заключается в следующем. Прежде чем начать переходить дорогу с соблюдением правил дорожного движения, стоя на обочине, ребенок должен повернуться в направлении движущегося транспорта и приветственно помахать поднятой рукой встречному потоку машин. Такой нехитрый прием позволит привлечь внимание спешащего водителя, выделит ребенка из окружающего пейзажа, да и просто поднимет настроение всем участникам дорожного движения. У водителя в подсознании он будет ассоциироваться как хороший знакомый в ответ на приветствие, которому обязательно надо уступить дорогу. Как мы видим из практики, профилактические мероприятия малоэффективны, и дети продолжают гибнуть на дорогах. Давайте вместе превратим эту идею в акцию, в которой может принять участие любой. Обычный приветственный жест спасет сотни и тысячи детских жизней. И самое главное, это несложный прием, доступный и понятный ребенку любого возраста. Очень, очень рад. Всем помаши рукой, посмотри в глаза. Здесь твои друзья, здесь твоя семья. Всем помаши рукой. Распространяйте приветствие, без забой. Здесь твои друзья, здесь твоя семья.